Алло, друзья, меня зовут Сергей Носовский, и я приглашаю вас к себе на обучение и персональные тренировки по серфингу, кайтсерфингу и сапу. А кто вы такой, Сергей, и почему мы должны заниматься именно с вами? В 2005 году я связал свою жизнь с водой и специализируюсь на катании по волнам практически на всем, что по ним едет. За рубежом это называется Waterman. Сейчас я являюсь действующим и самым титулованным в России спортсменом в этих видах спорта и совмещаю это с тренерской деятельностью. Мой большой опыт позволяет научить вас правильно и безопасно ловить волны и ветер. А кстати, для продвинутых спортсменов у меня есть курсы по подготовке к соревнованиям и даже подготовка к дисциплине Big Wave. Хорошо, понятно. А как проходят эти ваши занятия? Комплексное обучение и тренировки – это всегда полностью индивидуальная программа, составленная для клиентов с учетом их физического состояния, опыта и спортивных амбиций. В дополнение к этому идет специализированная ОПП, растяжки и другие нагрузки вроде хайкинга и фридайвинга. Обычно мы занимаемся два раза за световой день, а также после занятий я провожу видеоразбор тренировок, где мы обсуждаем ошибки и удачные моменты. Мои занятия проходят как в России, так и за рубежом. Чаще всего я провожу их на острове Маврикий. У меня вы получите консультацию, в какое время года будут лучшие условия для занятий именно с вами. Я помогу с организацией выезда, логистикой и технической стороной вопроса, которая касается непосредственно спортивной части. Здорово! А сколько человек может заниматься одновременно? Чаще всего тренировки проходят индивидуально. Иногда в группе из 2-3 человек, когда у них одинаковый уровень. Все это делается для лучшего прогресса и безопасности. Если людей больше, то в моей команде есть еще опытные тренеры, которые под моим контролем и ответственностью уделят внимание всей группе. Поэтому, если вы хотите получить самый профессиональный подход в обучении, то значит вам ко мне. Профессиональный подход – это то, что нам нужно. А сколько идет этот курс тренировок? Обычно курс тренировок длится в районе 2 недель. Так как мы занимаемся каждый день индивидуально, то прогресс растет довольно быстро. При желании курс можно сделать короче, или если есть запас во времени, то растянуть его. Во время курса я буду заниматься только с вами или вашей группой. Отлично, мы уже почти решились. Может быть, что-то еще? У вас будет возможность обозначить ваши пожелания по интенсивности и методике тренировок и получить максимально индивидуальный подход. Перед каждым занятием вы будете выполнять вместе со мной профессиональную разминку для лучшего прогресса. Я буду с вами на протяжении всего курса обучения, оценивая прогресс и подсказывая, как улучшить технику катания. Ключевые моменты тренировок будут сняты мной на видео для последующего разбора после занятий. Вы сможете наблюдать за своим прогрессом каждый день. Помимо практических занятий, вы получите необходимую теорию, а также медиаматериал для повышения вашего уровня «Быть в теме». Хотите подготовиться к соревнованиям? Легко. Вы получите опыт подготовки к соревнованиям международного уровня. Вы также получите самый профессиональный подход. Опыт обучения детей и взрослых с 2007 года, а также большой опыт с VIP-клиентами. Ну все, мы согласны. Давайте бронировать занятия. Окей, до встречи на волне.